Усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным. В такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о вас, находя в них и во всем, что связывалось с вами, с воспоминаниями о вас, средства преодолеть это состояние. Прости меня.